Об эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБА России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска, сегодняшнюю нашу беседу хотелось бы построить в несколько другом формате. Я хочу обратиться к жителям города и объяснить, что ситуация в нашем городе, в отличие от Москвы и московского региона, далеко не лучшая. Очень рано сняты ограничительные мероприятия. Если в Москве заболеваемость пошла на спад, в нашем городе и вообще в регионе, в Смоленской области, заболеваемость находится на самом пике. В соседних районах, Росовске, больше 250 случаев. В самом Смоленске высокая заболеваемость. По Смоленской области более 3500 положительных случаев COVID. В городах наших соседних, в Обнинске, более 800 случаев. В Курчатове высокая заболеваемость. То есть обстановка остается очень напряженной. По данным Роспотребнадзора в Смоленской области, в городе Десногорске на сегодняшний день, 11 июня, зарегистрировано 98 случаев положительных новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день еще порядка 150 анализов находится в лабораториях Москвы и Смоленска. В ближайший день-два мы ожидаем поступления результатов. Как правило, наибольший контакт и заражение происходит или на рабочем месте в коллективах. Прошлая неделя нам дала очень много примеров. Я не буду сейчас детализировать, в каких предприятиях зарегистрированы очаги инфекции. Но я думаю, что жители города уже знают. Вторая возможность заразиться – это в семейном очаге. И, как правило, появляется один зараженный член семьи. Вокруг него 3-4-5 случаев заражаются все близкие ему люди. И третий – это общественные места. В основном магазины, куда люди ежедневно должны выходить. Поэтому еще раз прошу вас при посещении общественных мест одевать маски, пользоваться ими и делать замечания людям, которые не соблюдают эти правила. Прошу вас также соблюдать социальную дистанцию. В эти выходные многие будут отмечать праздник или выходные на природе. Запретить, к сожалению, мы не можем этого сделать. Но хотя бы общаясь между собой, соблюдайте 1,5-2 метра и старайтесь не приближаться друг к другу. 40% из сегодняшних выявляемых положительных случаев бессимптомные и же с легким течением. Человек может даже не знать, что он заражен. Поэтому прошу вас еще раз отнестись к этим элементарным вещам с полной серьезностью. Благодарю за внимание. Будьте здоровы.